Ладно, ребят, гуглянем новый геймплей Half-Life. Что там новенького нам покажут? Что во что я играть, естественно, не буду, ведь у меня нет VR. Димон, перестань спамить, пожалуйста. Блин, очень круто. Бля, очень круто сделано. Это, конечно, будет играть вообще, мне кажется, охуенно в VR. Охуенно и стрёмно еще вдобавок. Бля, жесть. Ну, не знаю, не знаю, ребят. А что это за хуйня с ногами? Это, типа, надо показывать, куда передвигаться твоему персонажу? Бля, вот это круто. Тоже вот эти элементы. А, перемещение, конечно, дерьмовое еще в VR. Они уже исправили это? Вау. Один из видов управления, понятно. Три элемента перемещения, телепорт один из них, ясно. Бля, класс. Это все очень клевое. Охуеть, он поймал его? Там разные настройки перемещений. В другом ролике, на другой ролик мы не будем смотреть, конечно, но... Russell... The Combine use these. Are they safe for people? Охуенно, бля. Yeah, I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. Ow, ow, ow. А, главный герой теперь женщина, да? Hey. Или что? You're right. These are great. Понятно. Да, я теперь понял, почему называется Алекс. Я понял. Прикольно, да? Нифига! А можно было бы, наверное, запереть за собой дверь, да? Ну, кроме нарушающих правила сообщества Твича Найтсап. Только я не гарантирую, что их посмотрю. А, офигенно. На самом деле, для VR выглядит, даже сказал, в каком-то плане революционно. Вот у меня нет VR, но, блядь, прям хочется попробовать. Но я думаю, что я в такой игре бы чувствовал себя дискомфортно в плане атмосферы. Я, знаете, такой погружаюсь в игры часто, и в такой игре я могу так погрузиться, что мне будет неприятно играть в нее. Вот, там еще есть. А, вот это, наверное, не знаю, какой из них, геймплей-трейлер видео 3 вот есть.
Давайте. Просто мы не будем смотреть все. Перезарядка тоже самостоятельная? Вполне вероятно. Но мне кажется, это был бы один из интерактивных элементов, который бы они, ну, я думаю, что они не будут его упразднять. Кайф, да? Дверью закрыться можно. Блять, очень годно выглядит. Геймплей хоть криворукий не записывал, вообще это выглядит немного постановочным геймплеем, то есть каким-то по сценарию. Вот что я могу сказать. Ролики динамичные, интересные, как будет дальше. Ну да, еще непонятно, как это будет на самом деле дальше, когда ты будешь сам в это играть. Это здесь так выглядит. Хоп, переместился, там взял, ла-ла-ла, а может быть на самом деле будет не круто. Неудобно где-то. А это взлом, ребята. Не образователи, посмотрите, все три. Чью? Там их 4? Бля, смотрите. Gotcha. А вдруг человек играет не в обычную VP, а в специальном костюме? Нет, он же перемещается телепортами. Спасибо, Пасвет, а ведь так и в армию идти не надо. Ну, конечно. Сейчас, блядь. Поиграл в Алекс и, может, идти и получил отсрочку от армии, да? I'm
really starting to think I shouldn't be. Это не, ну это ладно, надеюсь, это не бан. Agreed. Just keep moving. Maybe breathe less. Движение слишком плавное, но вот эта конкретно запись, может быть, и вправду была сделана на специальном таком этом крутящемся стенде. От армии будет откосить дешевле, чем все оборудование. Да, и сама игра, это точно, да. Нам уже сказали об этом, Дэвил. Было бы интересно играть в спецперчатках, я не знаю, а их купить же можно, эти перчатки. Но круто, круто, круто. Говорят, там четвертая еще есть, но, по-моему, ее нет. Мы увидели, ее нет. Да, их только три. Блять, вот как люди говорят, там четвертая есть! Я не знаю, нет ничего, первая, третья, все. Ну, в общем, круто, ребята. Очень круто. Будем ждать. Будем ждать, будем смотреть. Как это будет по факту, насколько это будет удобно, насколько это будет заебись. Четвертый от IGN надо искать. Ну, окей, мы не будем ее искать ни от кого больше. Если Valve решили не выкладывать себе, тогда ну и хер бы с ними.